Во время визита в Кустанайский регион заместитель премьер-министра Республики Казахстан Бердыбек Сапарбаев посетил село Чистый Чандак Федоровского района. В 112 километрах от областного центра ему показали недавно открывшийся фельдшерско-акушерский пункт, где уже готовы к переходу на обязательное медстрахование. Электронный паспорт здоровья уже спаяс. Электронный паспорт здоровья. Современный ФАП гостям понравился. К слову, построить его помогло местное предприятие. Это 9-й по счету фельдшерско-акушерский пункт в районе. Здесь трудятся 3 медика и имеется сразу 2 машины скорой помощи. На 17 миллионов мы приобрели оборудование новое. Обслуживаем население. Здесь 5 населенных пунктов, 1365 жителей. Они будут получать доврачебную медицинскую помощь. Следующим местом посещения стал дом молодого специалиста Жандоса Кушекбаева, который приехал работать в село зоотехником. Здесь от предприятия ему предоставили арендный дом. Благоустроенный, водопровод. Директор федоровского предприятия «Турар» рассказал Сапарбаеву, как привлекает молодежь в село. Сколько у тебя средняя зарплата? Средняя зарплата вот за этот год у нас, мы сейчас посчитали, 163 тысячи выходит по предприятию. А область бойынша? Область бойынша 138 тысяч. Жақсы зарплата. В райцентре Федоровка правительственная делегация посетила среднюю школу номер 1 имени Димитрова, где в этом году провели ремонт в рамках спецпроекта «Аул Ель БСГ». Представителям правительства показали кабинет цифровых технологий. Здесь занимаются дети с 4 класса по старшие классы. Допустим, младшие классы занимаются мобильной робототехникой, то есть такие попроще, постарше дети уже более сложные, более сложные конструкции. Завершающим мероприятием Федоровки стала встреча с жителями района. Задавать вопросы можно было как Бердыбеку Сапарбаеву, так и министру соцзащиты Биржану Нурымбетову и двум вице-министрам образования и здравоохранения. Говорили с сельчанами о АСП и социальных проблемах в сельской местности. Диар Ахметчин, Болсло Ликенова, Федоровский район.